Так, вот он наш проводник на сегодня. Сейчас мы едем, движемся на Ургуюк. Вот он, справа Ургуюк. Не доезжая пару километров до Нижнего Чегема, свернули направо и наверх к Каменным садам. Вот такая компания у нас сегодня. Так, Рома поехал. Запустили его первым. Посмотрим, как пойдет дорога. Идет ховер трудяга. Прекрасные места. Кинг-Конг жив. Вот оно, лицо Кинг-Конга. Кто там жужжит, а?
Это прямые углы тут. Привет! Это что, Стоунхендж? Посмотри, буква Е. Идем один. Каменная симфония.
везде камни. Это уже напоминает камни, которые на этом поляна грибов джинсы. О, вот это мне нравится. Ага. Да, ну это священная у армян гора, да. Так вот, она, оказывается, вся состоит из пенусы практически.
И эта Пемза настолько пористая, что с Арарата не стекает ни одна речка. И на нем есть грунты, и вся талая вода просачивается внутрь горы Арарат, и потом мощными родниками это выходит уже на Днепровый. Да. Находится предгорный район. Там есть очень древняя свастика. Она никак не связана с гитлеровцами. То есть это реально древняя, очень древняя. Возможно, даже это как тамга была. Свастикообразная, да. Правда, у Лаврова в списке танк, который он собирал всю жизнь, у него нет. Предлагаете дождя дождаться? Ага, прикольно. Практически храм Солнца на трех точках стоит, на трех основах. Раз, два, три. Ну вот и местный Кайлас. Это мы уже Гималай отсюда видим, да, так высоко поднялись? Вон они, наши родные кавказские минеральные воды снова. Бештау, Змейка, Машук. Все здесь. А с этой стороны у нас уже Кавказский хребет. Thank you.
Представляешь, я еду по памяти. Можно я даже закрытыми глазами. Вот вспоминается сразу же. Не надо закрытыми. Это Баксанское ущелье. Это Бедык. Вот мы выехали в сторону Баксанского же ущелья. И, как всегда, наша любимая гора Науджидзе. Со всех поездок ее видно. Хоть в КЧР поедешь, хоть Кабардино-Балкарию, везде она. Что ж здесь такое было, если... Кто делал? Рабы, не рабы. Делали торгу. Какая-то, наверное, башня могла быть. Да, смотровая, наблюдательная. Нам так куда? Домой той дороги? Пещера где, Юра? Желание-то есть, главное, чтобы засветало. Летящий камень. Полетели. Вот смотрите, следить какие-то. Подожди. Точно. Кто же тут ходил? О! Ну, это вот Вера сказала, да. Это Алмасты, наверное, говорит. Вот следы. А вот. Ну, это на медвежьи похоже. Ну, да. Почему-то они уже как припорошены. Вот они, Мишкины следы продолжаются здесь. Вот тут ушел, вот видите.